Подводим итоги матча СФС Красное Село СК Волна Д. 4-2 Волна держала победу. Вадим Машков и Иван Красильник у нас в студии. Вадим, начну с вас. Поздравляю, во-первых, с победой. Но поделитесь, во-первых, впечатлениями от сегодняшнего матча, потому что мне почему-то кажется, что они такие неоднозначные должны быть сегодня. Ну, на самом деле вы правы. Как-то у нас вроде бы все хорошо, потом что-то мы немножко потеряли нить игры. Ребята молодцы, так сказать, переломили в какой-то момент. Хотя казалось бы, да, что у нас там и две семерки, и, в общем-то, все должно было быть, мне кажется, проще. Но ребятам, на самом деле, отдать должное. Двоякое ощущение. Выиграли радостные. От того, как играли, я не могу сказать, что это была супер игра, да, поэтому, ну, вот как-то так. Во втором тайме, может быть, гол Сильвановича немного так, не то что надломил, немножко расслабил, потому что 2-0 вели, сразу же на второй минуте второго тайма забиваете. Как-то, может быть, чуть успокоилась игра, при этом, если честно, даже я сказал в эфире, что, наверное, это все. Я думаю, что да, все, ну, как футбольные люди, понимают, что при 3-0, ну, сложновато сделать камбэк, тем более, как я понял, ребята без замен, то есть у них не было особо резерва. Но вот, да, расслабились, это на самом деле одна из наших больших проблем и опасность, да, что мы при таком счете можем расслабиться. В то же время у нас есть опытные ребята, которые могут чуть-чуть подсушить, поддержать, но и также у нас есть молодые ребята, которые, они стремятся забить гол, и у них и задача такая, на самом деле. Вот, ну, да, расслабились немножко и, в общем-то, получили за это сразу же голы. Иван, ну, во-первых, я думаю, что тебе есть кому передать привет, да, потому что ты пытался это сделать через эфир, но некоторые вещи я в эфире говорить не могу, поэтому я, в принципе, тебе сейчас могу трибуну предоставить, а потом уже с тобой немножко пообщаемся. Да, материться не буду, как бы грубо тоже не буду, просто Володе и Горюнову большой привет, что сегодня слились перед игрой. Ничего страшного, жаловаться не буду, все хорошо, мы тут не из тех, кто жалуется на состав, восьмером приехали, пойдет отлично. По поводу того, что мне было ресурсов перестроиться, да, нам особо не нужно на самом деле, вот вообще никаких проблем, жаловаться никогда не будем на это. Как приехали, так приехали, кто не доехал, ну отлично, с Володей Меляком попрощаемся, думаю, с концами Горюнова дадим еще шанс, наверное. Если так сейчас повторится, ну, все, накажем его по-своему на районе, как положено, как говорится. А в остальном все отлично, у меня вопросов вообще никому нет. У нас сегодня вообще, чтобы вы понимали, трое приехали с травмой. Это не игра слов, это реально с травмой приехали. Грибанов просто там по полю ходил. Поэтому парни, просто лучшая игра в сезоне. Просто лучшая игра в сезоне. Вы проиграли плохо, ничего страшного, не хватило сил в конце. Ну и как бы, это опять же не жалоба, но нам кажется, что пенальти все-таки был, когда счет был 3-2, пенальти стоило бы поставить. Ну не поставили, тоже ничего страшного. Но так или иначе, во втором тайме, мне кажется, мы были лучше. Перестроили за счет просто того, что есть на поле. Перестроили схему, перестали парней, ну вот пошла жара. Поэтому у меня вопросов никому нету. Отличная игра, просто шикарно, правда. У меня вообще удовольствие получило максимальное. Даже покруче, чем мы первую игру победили, сегодня поинтереснее было. Тактически еще интереснее было смотреть такую команду. Поэтому все услышали нас, все друг за друга стояли горой. Сегодня вообще у нас 3 дебютанта, поэтому еще лучше на самом деле. Трое на травме, 3 дебютанта. Потрясающе вообще. Я люблю эту команду, на самом деле, все больше и больше. Нервов изводит, конечно, дофига, но отлично. Так и будем дальше, короче, как-то будем оставаться. Как-то так. Про дебютантов хотел спросить, да, то есть всех, кого заявили, да, в последнем окне, всех выпустили. Если бы их сегодня не было, наверное, было бы совсем тяжело, да. И где вообще тот костяк, который начинал играть сезон, потому что, ну, у вас совсем другие люди играли, я даже в эфире говорил об этом. Мы сейчас подбираем игроков, на самом деле, когда открывается заявочное окно, мы конкретно есть список, кого мы хотим заявить, спрашиваем, кто готов уже ездить. Вот тех и заявляем. Потому что у нас, так, костяк, который был в начале сезона, ну... Не костяк получился, да? Короче, парни, без обид, но это... Ладно, вы все хорошие футболисты, но это не футбол. Так нельзя играть, особенно в премьер-лиге. Поэтому это не уровень, я бы так сказал. Тренируйтесь, вот уровень появится, может быть. Это не уровень. Поэтому сейчас добираем, как бы я... Какой четвертый интервью? Четвертый, говорю, будем добирать. Сейчас еще можно заявить вам, что человек 10 можно будет, да, в течение июля. Вот всех заявим, как, кого-то уберем. Поэтому, да, меняется команда, на самом деле. Сейчас заявляем тех, кто готов ездить, все. Поэтому, то есть, сегодня не было парней, нет, они были бы, только если там форс-мажор какой-то. Все, других причин, чтобы они не приехали, нету. Мы заявляем только этих, кто готов приехать. Дальше там еще веселее, на самом деле, будет. Поэтому посмотрим, там еще против Ано, пока мы еще думаем, на самом деле. Ты мне уже давал интервью, как раз, по-моему, первое, твое первое интервью. Ты мне обещал
Колю Бортничука, еще ребят, которые из ветеранов поиграли, да, вот, которые как раз уровень премьер-лиги прекрасно знают, они здесь были в медалях, они точно вас усилят. Когда их ждать? Не будет. По итогу из ветеранов, ну, даже не из ветеранов, это, во-первых, игрок СФС изначально, Егор Иванец вернулся с армии позавчера, ну, вот, в ближайшие дни он вернулся, если наберет форму у нас там в лиге, и потянется уже точно, уже с июля. Коля и Димы не будет, насколько я понимаю, можно незаигранных поменять. Мы этим воспользуемся, потому что на Диму Пенькова рассчитывать не приходится, у них на свои причины, Коля просто не ездит, поэтому нет, их не будет вообще, то есть заем тех, кто готов ездить, потому что так вот приезжать восьмером, опять же, не жалуюсь, но не очень хорошо, потому что, мне кажется, в конце дотерпели бы, ну, может, не до ничейки, но хотя бы сохранили бы там 3-2, тоже не было, было бы лучше, чем 4-2, мне бы больше понравилось, дотерпели бы, поэтому нет, их не будет, вот Иванец только будет, по сути, все, больше там из тех, кого вы знаете, нет, заявляемся там нашим вот, новеньким, там, Надрышин, вообще казах, который там только приехал, и Миша Синюкович, кстати, Вася Родионова, привет. Миша хороший футболист, он поймет сам. Ну и Леня Аводин, вообще легенда Юза, поэтому вот, ну, нам нужен был на самом деле. Такого спокойствия в нападении давно не было. Мы знали, что Леня свое забьет, если в конце еще, ну, был вообще экстаз полный на самом деле. Еще самый важный момент, что лучше на поле, мне кажется, хотелось, чтобы мне организатор услышал, что сегодня на поле был лучшим Данил Коломиченко. Лучше в обеих командах. Как угодно можно спорить, пинать меня, но лучше был на поле именно Даня Коломиченко. Вторую игру подряд, что-то человек вообще сумасшествие какое-то происходит. Мне кажется, потому что Пенькова нет. Вадим, вот такой вопрос сейчас, немного провокационный. На той неделе обыграли СТМ «Фасад», да, играли с первой командой. Сегодня вы играли с командой, которая делит последнюю строчку. С точки зрения именно мотивации какая-то история может быть проблемной, потому что тяжело перестраиваться после такого уровня сопротивления на немного другое. Слушайте, ну это оно всегда так, да, когда ты выходишь с первым местом, я думаю, что в то же время и ребята на нас настраивались, да, потому что мы там чуть выше идем, чем они. Всегда это стандартная история у всех, когда ты выиграл, и ты там типа одел корону себе на голову, да, ну, там, в легком понимании, то, конечно, ты выходишь, но мы понимаем, что нам нужны очки, то есть мы, ну, взрослые мужчины, мы понимаем, что мы не проедем просто вот так на одной ноге, и на эту игру мы тоже настраиваемся, но ты как ни крути, есть ты вот эти психологические истории, когда ты особенно там три забил, и ты все выигрываешь, это вот в этом и заключается на самом деле профессионализм, когда ты на любую игру настраиваешься вот, с любым соперником, ну вот отдать пацанам должное, я не знал, что у них там травмы, они реально бились, они реально в моменте могли даже где-то и переломить. И это было бы очень, ну, горестно, да, и это бы на самом деле бы обесценило нашу победу над «Фасадом». Там мы выиграли, то есть это было бы как некий, знаете, такой, ну, успех такой незаслуженный. Слава Богу, чтобы мы подтвердили, да, то, что все ок. Поэтому всегда есть такие проблемы, и чем профессиональнее команда, тем она идет ровнее. Ну, сегодня я скажу, нам и повезло, но и все-таки, ну, класс все-таки сыграл свою роль. Вот. Спасибо.